У вас очень интересные дни. Задумывайтесь о том, что будет после прекрасных студенческих лет. Дерзайте, находите то место, которое вам понравится. Не понравится, ищите дальше. Совсем немного времени у студентов остается до получения заветного диплома. Поэтому старшекурсники начинают задумываться о будущей профессии. В Институте управления экономики и финансов проходят дни карьеры. По-другому это называется ярмарка вакансий. Приходят работодатели, которые заинтересованы в наших студентах, общаются с ними. Это уже традиционное мероприятие, которое проходит два раза в год. На дни карьеры приглашаются крупные финансовые фирмы, корпорации, предприятия и банки. Здесь студенты почерпнут для себя много полезной информации и смогут определиться с будущей карьерой. Ну, в этом году мы заканчиваем университет, мы 4-й курс, и хотелось бы, конечно, уже о будущем своем задуматься и, возможно, узнать для себя какое-то место работы, определиться с должностью. Так как заканчиваю уже университет, 4-й курс, пришел послушать, какие есть вообще направления, какие есть вакансии, что хотят, кого хотят видеть работодатели. Я заканчиваю государственное муниципальное управление. Больше мне бы хотелось, конечно, в госструктуру. Образование, которое получаю, вот сейчас оканчиваю. Оно, в принципе, предусматривает работу и в банке, и в коммерческих, не в коммерческих организациях. Работодатели рассказали о том, что сегодня востребовано на рынке труда. Объяснили, как правильно оформлять резюме, поделились секретами успешного собеседования и многого другого. И хотел я начать с рынка труда. Иначе говоря, с ответа на вопрос, что нужно работодателю. А прежде чем ответить на этот вопрос, скажем так, что не нужно рынку труда на текущий момент. В течение двух дней студенты побывают на мастер-классах таких крупных компаний-партнеров, как HeadHunter, Audex, Akbarsbank, Home Credit Bank и многих других. И, возможно, именно это мероприятие поможет определиться, какой фирме и организации отдать предпочтение после окончания учебы. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз.